Сколько тяжких преступлений раскрыто, какие совершаются чаще всего и как оценивают криминогенную обстановку в Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии? В ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие. Убийство, похищение людей, причинение вреда здоровью, коррупция. Раскрытием преступлений, в которых особо важно найти и наказать преступников, занимается Следственный комитет. Несмотря на то, что криминогенная ситуация в 2017 году улучшилась, сотрудники загружены по полной. В среднем на одного следователя в месяц приходится больше 7 уголовных дел. Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в текущем году все убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с смертельным исходом и изнасилование раскрыты. Впрочем, коллеги, сегодня она заседает не для того, чтобы показать свою эффективность, отметил Александр Мигушов, а для того, чтобы поставить задачи на оставшуюся часть года. Одна из них – усилить работу по противодействию коррупции. По итогам 2017 года проделана значительная работа по возмещению ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений. Размер причиненного преступлениями ущерба составил более 415 миллионов рублей. Это практически в 1,4 раза больше, чем было в прошлом году. Но здесь очень значимо то, что возмещается причиненный материальный ущерб. Благодаря коллегам из Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ, в нашем эфире всегда присутствует самая актуальная информация о громких преступлениях и их расследовании. Сегодня работу нашей телекомпании отметили благодарностью. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.